про надання служби автомобільних доріг в Одеській області постійне користування земельної ділянки під розміщення інженерно-транспортної інфраструктури для експлуатації та обслуговування автомобільної дороги державного значення М-28 Одеса-Южне М-14. Це зауваження від комісії, може бути там профільна земельна зараз. Що в нас? Будь ласка. Допрацювання те. Питання на наступну сесію для доопрацювання. Також звернутися до служби автомобільних доріг Одеської області для надання інформації стосовно утримання на балансі зазначених доріг та надати графічні матеріали вказаних доріг. Ну що, погодимося? Да, будь ласка. Будь ласка, к этому же вопросу мы его, в принципе, на нашей комиссии тоже обсуждали. Вы знаете, было пожелание депутата Шегирды о том, что у нас плохие дороги, что нужно ремонтировать, есть обращение к руководству области. Есть, мы направили решение сессии, мы с вами голосовали за. Я хочу сказать, что пару дней назад я проехал по этой дороге, и вы видите, что творится с машинами, которые возят зерно и стоят вдоль дороги, вдоль трассы. Во-первых, никогда эту дорогу не сделают, сколько бы ее ни делал, ее просто убьют эти машины. Тут нужно подходить, если это дорога, а эта дорога действительно стоит на балансе автодора, земля, которая дальше, это наша земля, то, что они хотят. Откуда вы знаете, что стоит на балансе? Значит, я связывался с автодором и... Видели документы? Мы это не нашли. Сергей Николаевич, кого стоит на балансе? Ну, они утверждают, что стоит у них на балансе, но пока документы подтверждающих мы не получили. Ну, значит, обращаться к автодору. Но я к чему хочу сказать. Смотрите, все эти... машины с зерном стоят на конкретное предприятие, на Бариваш. Частное предприятие. Убивается наша дорога. Если Бариваш принимает туда зерно, пускай предусматривает стоянку для машин внизу, чтобы можно было освободить трассу. Пожалуйста, когда начался вопрос с ТИСом, ТИС сделал стоянку в стороне, освободил дорогу. Сейчас таких пробок по ТИСу нет. По ТИСу сейчас пробки, чтобы вы знали, где ходят до поворота. Так вот это все идет аж туда до Беляна. Не-не-не, это другое, а это Тисовский. Сейчас на Тисе еще хуже, чем возле Беля. Вот я проезжал. Ну вот они сделали сейчас стоянку там, где была птичка. Пропозиция, Вадим. Ну я думаю, что нужно обращаться, либо нам обращаться, либо обращаться к автодору, чтобы убирать эти машины, делать стоянки там внизу, где выгружается это зерно, предусматривать там землю с комментарным районом решать, потому что мы никогда не наведем порядок на этой дороге. Так. Она же просто обочины там нет. Добре. Я хочу высказать с точки зрения нашей фракции, наших депутатов, в отношении этой дороги. Прав Вадим Петрович, что надо что-то делать, но давайте не будем разводить демагогию, так сказать, дискуссию, затевая сейчас на сессии, а проработаем тщательно этот вопрос в комиссиях, в исполкоме и доведем до логического конца. Почему? Потому что данная дорога, она составляет как бы стратегическую ценность для нашего города. Не просто. Нам сейчас пишут передачу 68 гектар. 68 гектар земли, а передать мы должны только под покрытием. И кто будет заниматься остальным куском дороги, о том, что вы говорите, что надо вести порядок. Вот здесь действительно надо тщательно, хорошо поработать, придумать такое интересное решение, чтобы действительно эта дорога, поскольку эта земля все-таки находится у города, а передать мы должны только не 68 гектар, как они пишут, предполагают, а порядка 20-30 гектар, а все остальное надо наводить порядок и правильно надо работать и с Баривашем, и с ТИСом, и со всеми предприятиями, которые находятся вокруг. Но для этого нужно хорошо поработать и вынести действительно взвешенное решение. Не принимайте у нас сессию. Хорошо, ну принято, я согласен с вами. Давайте перенесем на следующую сессию, до сессии изучим этот вопрос. И более депутатская комиссия, исполком, ответственные, кто за это отвечает, земресурсы наши. И в комплексе мы ее потом в следующей сессии обсудим. Пожалуйста. Чтобы я уже потом... Это касается то, что сказал предыдущий раз. По дороге, по сегодняшнему состоянию. Действительно, после расследования аварии на судне с аммиаком, в обладминистрации мы обратили ответственные службы на то, что сегодня творится возле Новый Бильярд по транспорту. И здесь в письме, которое мы сегодня вручим Матковскому, он попросил изложить это все, обращено на то, что они стоят на магистральных трубопроводах газа и аммиакопровода. 40-тонные вот эти, и не дай бог, дождь пойдет, и они на
начнут сползать, неизвестно, что там будет. Поэтому этот вопрос требует скорейшего решения. Кроме того, что сегодня не решишь, но и что-то делать надо хотя бы на перспективу, потому что это будет не первый год. Опять это перспектива его развития. Я вас очень прошу подключиться да. и вместе как-то... Хорошо, Владимир Яковлевич, надо будет специалистов ваших завода, кто знает, где... Да, то и давайте вместе, я согласен, абсолютно поддерживаю. А так, Роман Васильевич. Хорошо, спасибо. Учтем. Протокольно пишите это все, чтобы мы потом могли изложить это все в письме. Горин хотел или уже нет? Вы поднимали руку. Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Николаевич, я обращался в телефонном режиме в Державное агентство автомобильных дорог. Мне вот дали документы, как бы отправили по электронной почте. Просто знаете, у нас вот сейчас есть проект решения. Ну, очень хорошо, что мы его переносим на следующее задание пленарной сессии. Вот, но здесь в доручении, здесь нигде не сказано, что мы должны передать землю под дорогой. Вот есть один из пунктов, я не вырываюсь в контекст, то есть документ у меня этот есть, просто звернутися до органів місцевого самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади за місцем знаходження відповідальних земельних ділянок, зайнятих автомобільними дорогами загального користування для підтвердження чинності дозвільних документів, якими виділяли земельні ділянки для будівництва автомобільних доріг загального користування. У мене просто огромна просьба, у нас такі документи є, просто ми їх повинні предоставити. У нас їх немає. А почему? Ми їх не виділяли. Хорошо, все, ну сейчас мы будем... Сергей Николаевич, ну... Просто нет такого, чтобы... Все, да. давайте... Совет должен в обесковом порядке согласен, передать. То есть согласен. Есть как бы, да, с документами нужно... Достигать. Поэтому я что попрошу? У вас... Я прошу, у вас документ есть, вы его сейчас получили. У нас какие-то документы. Давайте за главное будет земельная комиссия. Давайте все документы, которые есть туда. Земельная комиссия пригласит, кого нужно, специалистов. И давайте до следующей сессии эти вопросы обсудим. А потом уже как-то отработаем и выйдем с конкретным предложением. Нема заперечи? Нема. Хто за дану пропозицію? Прошу вас. 26 за. Проти. Утримались. Прийнято.